Максим, тебе через полгодика в армию заберут. Ну, через полтора. А ты думаешь, ты за полтора года мастером станешь? Ну так вот, давай, начинай тренироваться. Тогда я тебя, может, попробую все-таки в рукопашку засунуть. Сегодня он лепит скульптуру, завтра характеры людей. Не каждый сможет прожить в таком ритме больше полувека. А он вспоминает, как все начиналось, будто это было еще вчера. Я учился в Суриковском институте. Ну, можете представить, все-таки богемная жизнь. Курили, пили, натурщицы. Масса, так сказать, каких-то ошибок в те годы мы совершали. В судьбу Александр Ливанович Шенгелия поверил еще в 20 лет, когда друг привел его в секцию карате. И, вы знаете, действительно, в тот же день, как я пришел и отзанимался, на следующий день я уже не курил. Нам часто кажется многим, что все случайно, но столько совпадений, столько каких-то необычных явлений, которые, в общем, случайными нельзя назвать. Шенгелия не имеет права на ошибку. Он отвечает за многие судьбы людей. Его главная заповедь – мы в ответе за тех, кого приручили. В любом случае, надо каждый шаг выбирать, куда ты идешь. Куда ты ведешь учеников. В гору всегда сложнее, а с горы всегда проще. Понимаете, здесь Бог, здесь дьявол, все есть. Скульптура – это ответственность, она остается. Мы уходим, косточки наши уничтожают, сгорают со временем, да? Вот, а камень, бронза, оно остается в веках. Когда-то раскопают какие-то работы, произведения. Мои гипсовые, керамические, не знаю, раскопают ли. Вот, ну, может быть, что-то и останется. Александру Ливановичу повезло. С самого детства его окружали восхищенные бабушки и няни. Именно они заметили в нем зарождающийся талант скульптора. В 2,5 года меня мама с бабушкой повели в баню, в женскую баню. И я увидел безумное количество обнаженных женских тел, и среди них была женщина с огромным животом. Она была беременна, может, там тройня была, я не знаю. Мне было 2,5 года, и я пришел домой и слепил эту женщину. 2,5 года. Бабушка решила, что я гений, вундеркинд. У него нет одинаковых работ. И в каждом воспитаннике он видит индивидуальность. Система оценок. Вот этому ставим 5, а этому ставим 3, этому ставим 4. И вот эта система оценок приводила к тому, что все старались смотреть на 5-шника, и все начинали рисовать теми же красками, как 5-шник. И на выходе, к концу обучения, все были одинаковые. Бетонная плита ломается только в том случае, если у вас высокая скорость. Александр Шенгелия – гармоничная личность. Он сочетает в себе жизнь, единоборство и искусство. Молодец. Отдаваться надо целиком. Нельзя немножко, понемножку, здесь чуть-чуть, здесь. Бывает, иногда ведешь разные работы. Такое тоже случается. Но надо уметь включаться, выключаться, переключаться. Мы сейчас не будем сильно держать. Вот. Так же, как и в единоборствах, тоже у нас же синтез. И это переходы из ударов в борьбу, из борьбы в ударную технику. Спокойно, без слез, спокойно. Ты мужик, плакать нельзя. И я ябедничать тоже. Все, сел. Ему тяжело выбрать что-то одно. Он не знает, сколько жизней нужно прожить, чтобы реализовать все свои идеи. Ограничиться на прекрасном женском теле я бы не мог. Потому что мне хочется все, мне все интересно. И да, и жизнь, и любовь, и эрос. Но кроме этого еще есть масса других вещей. Есть история, пласты древних культур, есть какие-то, так сказать, философско-религиозные воззрения. Это все мне очень интересно. Стать Айвазовским для меня это невозможно. Вы знаете, результатом все равно недоволен. Собираешься сделать всегда шедевр. Приходя на тренировку, Александр Ливанович лепит из своих учеников настоящих бойцов. Для него они как скульптура –
сырой материал, который со временем превращается в творение. Я спасаю просто ребят для страны. Это дееспособные люди. Совершенно не обязательно, чтобы они становились там суперчемпионами, там, суперменами. Но это уже другие люди все равно. Это люди, у которых устойчивый иммунитет и к наркотикам, и к алкоголю, ко всем этим вещам. Но если ему плохо, он придет или с учителем поговорит, что-то расскажет, что-то учитель ему посоветует в жизни, или по мешку постучит, и пар выйдет, и все будет хорошо. Когда он творит, рядом только двое – вдохновение и музыка Баха. Есть у меня композиции, которые я представляю себе как объемные композиции, как рельефы. Это смесь готики, органных труб, скрипки, флейты. Главная задача – это оживить, одухотворить то, что ты делаешь. Искусство, спорт, семья – папиного внимания хватает всем. Любая минута, проведенная вместе, как самый дорогой подарок. Может быть, именно поэтому дети пошли по стопам отца. Дочь Алена не покидает стены спортивного зала. Сын Максим целыми днями проводит в папиной мастерской. Александр Шенгеле – зрелый мастер, мэтр. А в душе все тот же мальчишка, который верит в судьбу, добро и чудеса. Кстати, мы делаем подражательное упражнение стиля журавля. И в это время над нами начинает кружить стая журавлей и восходящий поток вот этого теплого воздуха, да, какого-то вот энергетики, да, и они над нами, вот лужайка, и над нашей лужайкой журавли, откуда они прилетели, откуда они взялись, совершают восходящий спиральный поток, полет вверх. Вот это было потрясающе. Чудо, вот есть чудеса на свете. Значит, есть. Значит, все-таки что-то есть, что за гранью каких-то обыденных вещей.